много футболистов в старте с возрастом чуть больше 20. Ох, момент. Давайте посмотрим еще раз на проверку ВАР. Это дуэль уже на 8-й минуте у нас. Удар и гол. Очень уверенно Тимур Сулейманов. Правый от себя угол. Богдан Москвичев прыгнул, но не дотянулся. Угол Богдан угадал. И вместе с Митаем они сейчас не уследили за этой ситуацией. Рядом с ним сегодня играет Данила Прохин. Внимание. Может быть, увидим еще повторы какие-то. Давайте смотреть. В атаке Локо. Сорвели. Раков. Быстрый пас. И замыкает Тимур Сулейманов. Если нет офсайда, значит, есть два гола Сулейманова. Правда, травма, судя по всему, у Артема Касимова. 38-й номер команды, который подключает Нинахова к атаке. Нинахов уже выдает передачу в штрафную площадь. Отскок мяча. Прошу прощения, 5 мячей. А Рыбчинский уже нашел себе место в штрафной площади. Проникающий пас и гол. И Локо в атаке. Это Воробьев. Воробьев! А вот Воробьев. Против него Касимов. Воробьев за спину зашел. Удар! Супер новый Батраков. А в атаке-то Оренбург. Опасно. И есть добивание. Бьет. О, мяч подхватывает. Тикнезян пока один. Тикнезян. Вот партнер. Это Раков. Он штрафной. Обводящий. И гол Вадима Ракова. В третий раз в этой встрече. Локомотив московский выходит вперед. Вадим Раков заработал пенальти, отдал голевой пас Сулейманову и забил. На этой стадии турнира Фонбет Кубка России мы... Воробьев еще не забивал сегодня Оренбургу. Не успел увидеть, кто еще, но уже теперь будет время у докторов ими заняться.